привлекать подрастающее поколение, трудиться на благо города, делать добрые дела и помогать ветеранам, труженикам тыла, семьям участников СВО. С таким предложением выступил временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков во время встречи с руководителем Самарского отделения движения первых Сергеем Пушняком. Активисты движения поддержали идею и выступили с инициативой возродить в городе трудовые бригады и тимуровские отряды, опираясь на успешные практики прошлых лет. Это практика советского времени, мы считаем ее одной из лучших, и сейчас наступило время как раз это перезагрузить, сделать такие тимуровские отряды 2.0, для того, чтобы наши школьники, студенты, университет, семьи ребят, которые состоят в движении первых, могли адресно помочь пожилому человеку, также и в уборке снега, оказать посильную помощь. Кировский внутригородской район – один из крупнейших в городе. Большую площадь здесь занимает частный сектор. Также есть незакрепленные территории. Помогать справляться со стихией городским и районным службам благоустройства, а также нуждающимся горожанам, этой зимой готовы 60 волонтеров движения первых. Пока окончательно не лег снежный покров, главам районов с волонтерами предстоит проработать механизм взаимодействия. Что мы в ближайшее время с вами посмотрим, так скажем, направление, по каким ребята могут работать, учитывая возраст свой, опять же. И я думаю, что у нас получится, и не только по этой квоте 60, я надеюсь, что, показав пример, мы увеличим желающих ребят, молодежи, которые на территории Кировского района помогут нам наводить порядок, благоустраивать и все остальное. Помощью волонтеров планируют охватить весь город. Совместно с администрациями внутригородских районов будут обсуждаться адреса территорий, где потребуется содействие трудовых отрядов. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.